Народ в серебряном одеянии. Они произошли от воинственных гуннов или мифических амазонок. Когда в роду чуваши, если мужчина, глава рода, погибал, то его бразды правления брала на себя женщина и защищала свой род. Почему чуваши украшают национальные костюмы монетами и как празднуют свадьбу плуга и земли? Смотрите программу «Самара многонациональная» 21 июня в 18:50 на телеканале «Самара ГИС».